Случайно к нам попало письмо из этого детского дома. Мы его прочитали, решили, помимо того, что просто отправить там эти тетрадки, там, взять, приехать и в преддверии Нового года сделать детям приятно. Вот и все. А что тут еще можно рассказывать? Каждый ребенок имеет право на новогоднее там чудо. Мы решили в этом поучаствовать. Все просто. Детским домом, получается, мы так или иначе будем контактировать по-любому. Но мы знаем, что еще есть пара детских домов, которые тоже, наверное, хотели, чтобы к ним вот так вот взяли просто запросто и приехали. Мы туда съездим. Соберемся, главное, чтобы время было. Вот сейчас начались детские каникулы. У нас, в принципе, подосвободились и родители, и дети. И мы решили вот таким образом приехать в этот детский дом. Потом, может быть, другой съездим.